Добрый день, друзья! Сегодня с вами канал Кулинарная Гармония и Михаил. И сегодня будем с вами готовить очень хороший и вкусный витаминный салатик. Нам для этого понадобится капуста, морковь, яблоко семеринка, лук, зелень, лимончик половинка и соль, перец, сахар, масло растительное по вкусу. Ну что, приступим? Начнем с капусточки. Капусточку мы сейчас вот так вот сразу с вами разрежем. Оп. Вырежем нашу кочерыжку. Оп, вот так вот. Пока сюда. И вот так вот мы с вами это все порежем. Капусточку вот сюда, нашу мисочку, отлично, и рубаем вторую половинку. Теперь мы с вами потрем морковку и затем наши яблоки. Яблоки тоже чистим от шкурки и семечек всего. И яблочки теперь. Ну вот, закончили мы с яблочками. Вот у нас потерто все. Морковка, яблочко, отлично. Ну, теперь мы с вами займемся луком. Берем половинку лука. И вот так вот мы его начинаем резать. Вот так. И высыпаем вот сюда. Отлично. Теперь мы с вами порежем петрушку. Режем петрушечку с вами. Вот так вот. Вот так. Хорошо получается. Режем. Отлично. И высыпаем сюда же. Замечательно. Теперь солим. Солим, ребята, по вкусу. Кому как нравится. Вот так вот нам будет достаточно. Сахар. Сахара вот так вот. Вот так отлично. Сбрызнем теперь лимончиком. Вот так вот, отлично. Кому нравится, можно сбрызнуть уксусом. Это тоже будет хорошо. Но нам нравится лимончиком. Перчим. И растительного масла. Вот так вот мы польем растительным маслечком. Отлично. И теперь перемешиваем это все. Вот такой у нас салатик получается. Полезный, вкусный. Зимой это вообще милое дело. И яблочко, и капусточка, морковка, лук, лимон. Просто прелесть. И быстро. Быстро, вкусно, дешево и сердито. Ну вот у нас получился вот такой замечательный салатик. Ну вот мы будем выкладывать наш салатик, который мы с вами приготовили. Вот так вот, отлично. Так, красивой горкой. Отлично.
Вот так вот мы украсили наш салатик. Можете украсить его клюковкой. Вот такой вот у нас с вами получился салатик. Вкусненький, витаминный, полезный. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на наш инстаграм, ссылка будет внизу в описании. Пока-пока, приятного аппетита всем, удачи!